Итак, здравствуйте, с вами Андрей Панин, сотрудник тренинг-центра Павла Колесова. Здесь, в этой инструкции, я расскажу вам, как оформить оплату наших материалов наличными через систему терминалов в центрах связной. Сейчас открываем страницу с описанием товара. В данном случае это тест-драйв «Лучшие тренинги от Павла Колесова». Переходим вниз к кнопке «Заказать» и нажимаем «Заказать электронную версию диска тест-драйв». Значит, далее мы переходим на страницу оформления заказа, куда вы вписываете свои данные: имя, e-mail, телефон, ну и в данном случае город. Нажимаем на синюю кнопку «Заказать». Попадаем на страницу выбора способов оплаты. Нас интересует первый способ оплаты – платежная система Робокасса. Ставим галочку напротив названия этой платежной системы. Нажимаем синюю кнопку «Оплатить». По умолчанию у нас открывается страница оплаты через банковскую карту, а нам нужна оплата другими способами. То есть выбираем вот эту кнопку под картинкой банковской карты. И выбираем в списке других способов оплаты, выбираем способ оплаты связной. Здесь указываем свой телефон. Да, вот даже, либо выбираем по умолчанию и нажимаем синюю кнопку «Перейти к оплате». Значит, здесь мы видим инструкцию и, самое главное, 10-значный код требований для совершения перевода. Его можно просто переписать, прийти в связной и кассиру сказать, что нужно оплатить заказ в интернет-магазине через систему Rapido. И продиктовать ему вот этот код. В данном случае комиссия не взимается. Это один из самых быстрых способов совершения платежа. Мы получаем деньги в течение 10-15 минут, а вы получаете ссылку на скачивание материала. Благодарю за внимание. С вами был Андрей Панин.